Всем доброго утра! У нас уже, я не знаю сколько, 9:20. Афонька сегодня дома подкашливает. Вот. А у меня есть тут одна ножка свиная. Я хочу холодца. Холодец в нашей семье ем только я, поэтому буду варить его в небольшой кастрюльке в мультиварке. Значит, холодец будет из индейки и вот одна ножка. Я сейчас это все ставлю, я все готовлю на втором бульоне, поэтому сейчас вода закипит. Я ее солью и буду все потом складывать на холодец. Может быть, это неправильно, но у меня будет так. Афонька кашу попросил, сейчас ему геркулес варю. Мы обычно сладкий едим, поэтому здесь одна часть геркулеса, две части воды. И что здесь, немного сахара, щепотка соли. И сливочное масло я сразу добавляю. Афонька хочет с черникой, у нас есть замороженная черника. Ты еще и чихаешь? Да, я чихаю. И кашляешь, и чихаешь? Я только что чихнула. Ну, будь здоров, мой родной. Спасибо. Мой хороший. Ты рад, что ты дома, что ли? Да. Люблю дома. Любишь дома? Да. Вот Афонина кашка готова. Его порция – это вот эта вот половина вот этого мультистакана каши и полный мультистакан воды. Вот получается как раз вот Афонина порция кашки. Сейчас добавлю сюда чернику. Ну что, кашка готова, Афонечка. Как раз здесь замороженная черничка, посмотри. Сейчас как раз черничка, она разморозится, а кашка быстренько остынет. Перемешай все, Афоня. Давай, чаек, подожди, я сейчас уберу твой чай. Давай. Это второй завтрак у Афони, да? Первый, что у тебя был завтрак? Какой первый завтрак? Что ты кушал? Бутерброды. Чем ты хотел? С сырком? Это уже второй завтрак. Кашка с черничкой, да? Она вкусная, кашка сладкая. Теперь продолжаем варить холодец. Мясо я уже переложила. Этот бульончик будет для Рекса. Сюда сейчас добавлю соль, перчик, морковку, лук. В общем, я не знаток холодца, варю его во второй раз, учитывая, что в первый он у меня не застыл. Или в третий раз, не помню. Ну, короче, первый раз точно не застыл. В общем, сейчас сюда доливаю воды, соль, перец. Я сюда добавила одну огромную морковку. Две луковички, вот здесь они, что еще, столовую ложку соли, два лавровых листа, здесь где-то перец горошком и перец душистый, вот, и сейчас все это заливаю водой, буду ставить тушиться, наверное, часов на 5, у меня обычная мультиварка, не скороварка, наверное, часов на 5 на тушение. Вот мой холодец уже здесь на режиме тушения на 5 часов. Здесь я буду готовить супчик, здесь уже картошка, соль, перчик варится с водой. И будет суп с фрикадельками и с яйцом. Морковка, лук, чесночок. Ты что хочешь? Окно открыть. Ну и как, получается? А что ж теперь делать? Может, кого-то надо попросить? Кого бы тебе попросить? Ты не... Маму, ну попроси. Если Афоня будет ходить в носочках, то можно. Будет ходить в носочках? Да. Только иди одень носки. Я носки. Давай, давай. Суп с фрикадельками почти готов. Добавила сюда овощи, морковку, лук, болгарский перчик, фрикадельки. Просто мяско с солью, с перцем, без лука. И хочу сюда еще вбить яйцо, чтобы получилась такая паутинка. Ну и зелень, чесночок в конце обязательно. Так что сейчас буду вбивать сюда эту яйцо. Взболтаю сначала. Вот так лежит на пузе, смотрит, ничего не хочет. Да? Это что за... Да, как я Сережа сказал, это какой там шарик этот для шарик для боулинга? Маленький такой шарик, мама, да, лысенький? Пожалуйста, а. Можно, можно. Почему дома подялись-то? Ты уже рассказал всем? Он рассказал, что у него кашель.
Бывает иногда. Воспаление хитрости, которое мама поддержала, мама, да? Мама, он правда хитрит. Да? Нет, ну слышно же, что он кашляет. Мама бы просто так не оставила. Он это хитрит так. Ты а ходить будешь? Афанасий. А ты кому звонил? Никому. Веденёва, наверное. Веденёва у меня последний раз уже, там картинка Веденёва. Ну, как вы поняли, у нас тут неподалеку резали свинку, поэтому у нас теперь сало, вот такой вот совсем небольшой кусочек, я его порезала на маленькие кусочки, засолю его в банке, так, чтобы в горлышко пролазил кусок, вот, и поэтому у нас и холодец, потому что есть одна ножка. Вот, он продолжает твориться, вот осталось 53 минуты. Сейчас буду солить сало. По нашему любимому рецепту в банке с чесноком, с перцем и с солью. Вот сейчас приготовлю все это. Что нужно? В общем, нужно начистить чесночок. Вот такая вот баночка сала получилась. Я, в общем-то, сало обмакивала в соль с перцем, слоями потом еще так пересыпала сало и чеснок просто раздавливала. Все, теперь ножом раздавливала. Чеснок давила. И сейчас все это в кладовку. Не знаю даже на сколько дней. Дней на 20, наверное. На 20? Смотрите, пока я тут гуляла с детьми, да, варился холодец. Я достала мясо, овощи. Морковку оставлю для украшения. Лук выброшу. А что еще? Запах вообще обалденный. Процедила уже бульончик. Очень ароматный. Сейчас немного остынет. Разберу мясо и попробую на соль. Может быть, нужно будет немного подсолить, не знаю. Но запах просто бомбезный, прям очень вкусно пахнет. Чесночка еще добавлю. Давай, Фонька сейчас пойдет гулять на улицу, да? И Антошка. И Антошка, да, сейчас Антоха суп докушает. И пойдете, да? Там хорошая погода тоже сегодня. Завтра будет колёчки. Ну и завтра, наверное, да. Снудик, пожалуйста, и шапочку, хорошо? Мам. Найти тебе, помочь. А смотрите, как он или Снудик. Что такое? А чего ты его не одеваешь? Он тебе не нравится? Тебе помогать, сына? Афось? Да. Ну так давай. Я уже разобрала холодец. Все остыло, косточки отдельно. Здесь было мяско. Вот, я сначала весь бульон разлила на три мисочки. Оставила, соответственно, место от верха, чтобы можно было добавить мясо. Потом поделила мясо на три порции, вот, и добавила немного морковки, вот здесь вот она еще плавает, здесь уже утонула, каких-то украшений не делаю, потому что есть люди, прям выкладывают вот эти вот все стеклянные бока, нет, я так не делаю, потому что мы его переворачивать не будем, вот когда все это выложено и потом это все переворачивается, мы обычно едим холодец, вот он застыл, и мы его берем вот так ножом режем на квадратики и берем ложкой и едим с горчицей. Или с хреном. Вот. И выдавила еще сюда чеснокодавкой чеснок. И все это опять перемешала. В общем, сейчас буду ставить в холодильник. Хорошо, что вот эти вот две накрываются крышками. Вот это без крышки. Ну, если что, то пленкой пищевой затяну. Так, сейчас у нас тут гости, гости, куча гостей. Там девочки, везде девочки. А вот здесь Степа сказал. Здравствуйте, Антоша, девочки. Иди сюда. Привет. Ты в платье? Да ты же моя красота. Да,